сегодня мы елочку уже, можно сказать, уже стоит. Вот она у нас на столе. Да, елочка поставлена. Значит, мы как в этом году? Значит, у нас по поголовью мы идем на 103%. Значит, мы по реализации производства молока плану прошлого года настрой на 103,7%. У нас получается. Значит, по мясу, значит, у нас идет, также идет выполнение 100% по реализации мяса. Сегодня на предприятии «Агроуниверсал» все сделано для того, чтобы рогатые племенные подшефные не замерзли при -22 на улице. В корпусах тепло и чисто. Наши подшефные это очень хорошо переносят. Значит, у нас идет сегодняшний суточный найдой, идет на одну хорошку в среднем 17 литров. Анатолий Петрович сообщил нам также, что такие удои в декабре – это немного, но это хорошо. Конечно, есть в области элитные хозяйства, где скот называют высокопродуктивным. Там надои составляют по 20-22 литра от одной коровы. Но для предприятия «Агроуниверсал» 17 литров – этого достаточно, чтобы заявить о своем предновогоднем достижении. Кроме того, в уходящем году у работников предприятия выросла заработная плата, и теперь она выше примерно на 13%. Анатолий Давыдов подчеркивает, что это тоже неплохая новость. Если учесть, что в сельском хозяйстве области средняя зарплата равна 14 тысячам рублей.